Дорогие друзья, добрый день, поздравляю вас с наступающим Новым годом, и сегодня хочу вам рассказать про часы марки Armand Nicolet. Марка, я думаю, что многим известна, меня много раз просили как раз рассказать про там конкретные модели этой часовой марки, но как-то все не доходили руки, и вот наконец-то дошли, точнее не руки, на самом деле началось все с того, что дошли у меня ноги до магазина All Time. Вот, магазин All Time, я думаю, все вы знаете, это огромная такая сеть, самая большая часовая сеть в России, да и, по-моему, в Европе тоже. Но сейчас речь не об Алте. Так вот, почему про Armand Nicolet спрашивают и просят сделать обзор? Все очень просто. У марки интересный дизайн и при этом очень хорошее предложение по цене. Но сам бренд не так раскручен и разрекламирован, как другие из этого же сегмента. Для подробного знакомства я взял вот этот хронограф с интегрированным браслетом. Это популярная тема в часовом дизайне последние несколько лет. Ну, кому-то часы напомнят Nautilus, кому-то другие модели. Если вы не видите разницы, то, наверное, и дайверы у вас все на одно лицо. И если так, то просто поверьте на слово. Armand Nicolet – самодостаточная марка и не пытается быть на кого-то похожей. Кроме того, может и сама предложить свое прочтение тренда на спортивный люкс, одна из отличительных черт которого – интегрированный браслет. Я предлагаю не погружаться в обсуждение трендов, а внимательно рассмотреть данные часы. Потому что вопросы, которые мне задают по поводу этой марки, связаны не с дизайном, а с качеством. Для этого прекрасно подходит макросъемка. Мы сразу видим, что и как сделано. И надо признать, я приятно удивлен. В достаточно бюджетных часах все сделано на хорошем уровне. Общие впечатления от часов, они, с одной стороны, такие в хорошем смысле брутальные и основательные. Такой, знаете, часовой уверенностью от них веет. При этом качество исполнения, детали и стиль напоминает нам, что у руля уже давно стоит итальянец. А эти ребята знают, как сделать красиво. Это, кстати, интересная история. После смерти самого Армана Николе компанию возглавил сын Вилли Николе и успешно руководил ей до самого кварцевого кризиса, который подорвал всю швейцарскую часовую промышленность. Но, к счастью, марка не канула в лету, как многие другие производители часов, а была куплена предприимчивым итальянским дизайнером Роландо Брага. Так в конце 80-х началась новая эра компании. Кстати, Роландо руководит маркой и по сей день. И, судя по всему, делает это вполне успешно. Марка небольшая, нишевая, но делает очень интересные часы на стыке классики и спорта, что сейчас очень актуально не только в виде дайверов, но и опять-таки часов с интегрированным браслетом. Спасибо Джеральду Дженти за это. Кстати, он тоже был итальянских кровей. То, что Armand Nicolet идет своим путем, подтверждает дизайн и качество циферблата. Я думаю, это дань не трендам, а истокам. Карманные часы, которые создавал Armand Nicolet в конце 19 века, отличались не только усложнениями, но и украшенными гильоше, циферблатами и гравированными корпусами. Скептикам предлагаем отправиться в музей часов Armand Nicolet в Трамблане, на родине марки. Единственное, чего я не понимаю по поводу этой марки, это название коллекции. GS9, MM2, AL3, а название данной коллекции J093, то есть ну, J093. Любые французские слова в качестве названий коллекции добавили бы очков к харизме. Хотя, с другой стороны, скучное название никак не влияет на точность хода и качество сборки, верно? Крутил-вертел часы в руках, примерял, минусов не нашел. Единственный нюанс – размер 41 мм в данном случае обманчив. На запястье в 16 см они выглядят очень уверенно, возможно, кому-то покажется даже, что великоват. И это не минус, а особенность, на которую стоит обратить внимание. Как обычно, рекомендую все-таки не полениться и доехать до All Time, чтобы примерить часы. Кстати, эта модель есть еще в вариантах просто с даты и со вторым часовым поясом. Часы могут быть в разных цветах – белые, синие, серые, а вместо браслета может быть ремень из кожи или каучука. Само собой, трехстрелочник и часы с вторым часовым поясом будут гораздо доступнее по цене, чем хронограф. Но ссылку на все доступные модели этой коллекции я оставлю в описании к этому видео. Если нет возможности приехать в All Time, то оформите доставку и All Time приедет к вам. Причем в All Time часы привозят не курьеры, а консультанты, которые на месте смогут вам все подробно про часы рассказать, показать. Такого ни у кого нет. Ну, разве что Патек можно с недавних пор заказать у официального дилера с доставкой, и вам его привезут в белых перчатках на S-Class. Но это совсем другой бюджет и другая история. Да и тот же Nautilus заказать нельзя ни за какие деньги. А вот Armand Nicolet можно. Что я вам и желаю, не отходя от новогодней елки. Ссылка в описании. Такой вот классный получился хронограф у Armand Nicolet. Ставим ему лайк, ставим ему плюс. Ну и про это видео тоже не забываем. Пишите комментарии, если вы уже носили часы Armand Nicolet, как они вам. То есть хочется всегда интересно узнать от клиентов из первых уст. Вот. Еще раз поздравляю вас с Новым годом. И не забывайте, что в магазине All Time очень-очень много часов самых разных, особенно начального сегмента, которые отлично подходят для новогодних подарков. Так что заходите к ним на сайт, заходите к ним в салоны. Вот, выбор огромный. Все, всех с наступающим. Если Новый год наступил, то уже с наступающим.
наступившем. Счастливо и отличного 2022 года.